Новые продукты, рост филиальной сети и удобные сервисы – таковы, если вкратце, итоги 2019 года для алтайского отделения ПАО «Сбербанк». О том, как развивался и как стал ближе к своим клиентам один из главных банков страны, накануне рассказал журналистам, управляющий алтайским отделением Антон Милютин. Компания росла по ключевым показателям. Объем потребительского кредитования вырос по сравнению с прошлым годом на 33%. На 23% увеличился кредитный портфель юридических лиц. Стало и больше клиентов. Более 43 тысяч компаний уже выбрали банк в качестве своего финансового партнера. В прошлом году их число увеличилось на 4500. Банк держит руку на финансовом пульсе и внимательно относится к потребностям клиентов. Перевел многие сервисы в онлайн, внедрил кредитование для покупок по интернету, расширил филиальную и агентскую сети. Кроме того, продолжает развивать собственную экосистему. Это целый набор сервисов – телемедицина, мобильная связь, служба доставки и многое другое. Эти сервисы выходят за рамки традиционных банковских продуктов, но тем не менее их объединяет то, что в них есть потребность, и мы с помощью нашей филиальной сети, наших клиентов эти сервисы активно развиваем. При этом алтайское отделение активно занимается и социальными проектами. Обучение педагогов края по программе развития личностного потенциала, занятия по финансовой грамотности для всех – это лишь небольшой список. Кроме того, в наступившем году пройдет ставший уже традиционным «зеленый марафон». Спортивный праздник пройдет в 75 городах, так как в этом году он приурочен к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.